Всем привет! Я не знаю, где я, не знаю, кто я, но я точно знаю, что вы на канале Картонка. И почему на меня нападают пауки? Это моя территория, ты кто такой? А вот и предводитель пауков. Мне кажется, я начинаю вспоминать, кто я такой. Ты прибыл сюда защищать остров от зла. Ты Капака, повелитель льда. Давай подготовим его к битве. Вспомнил! Я Капака, то льда. И чтобы победить пауков, мне нужна моя золотая маска. Твоя маска у меня, и твой помощник тоже. Ха-ха-ха! Да ты ж такой маленький! Я тебя одной левой! Меня не победить, большой слабак! Да, без маски мне его не одолеть. Но у меня есть план! Я знаю, как его перехитрить. Эй, девочка, ты не видела здесь большого белого дядю? Пауки! Надо побегать! Надо найти обходной путь. Так, потерпи, друг, сейчас я тебя спасу. Ура! Моя маска! Наконец-то! Золотая маска у меня! Я чувствую силу! Тебе все равно меня не победить, потому что моя маска намного сильнее твоей. Да, такого поворота событий я не ожидал. Но хотя, погодите, есть у меня одна идейка. Ты считаешь себя непобедимым? Да, Человек-паук никого не боится. Да, Человек-паук не боится никого, кроме Человека-тапка. Нет, добро победило зло, как всегда. Зато остров Акота спасен. Ставь лайк и подписывайся на кнопку Картонка. Пока-пока, подружка. О, нет, я непобедимый. О, нет, я победимый. Ах ты зло маленькое.